Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Discord-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. А ну, надеюсь, если тут не будет в конце годного трека, я просто прыгну в окно, если будет уёбищный трек в конце, я вам отвечаю, пацаны, я просто прыгну, блядь, в окно, я вам клянусь, блядь, фиксируйте, просто фиксируйте, фиксация. Бро, потом с этим разберемся. Я сейчас, пока не, насчет сабов не спрашивайте, я пока ничего не отвечу, вообще ничего. Я, конечно, сори, но можешь прыгать прямо сейчас. TGFM, ты в натуре не ставил годную песню в конце? TGFM, ты в натуре? Пожалуйста, скажи, ты врёшь. Блядь, господи мой бог. Нет, надеюсь, что нет. А почему лагает? Чё? Почему лагает? Не понимаю. Почему? Реально сейчас лагает. Да вы потому что каркаете, что у меня лагает. Вы можете, блядь, не каркать? В чате вы можете не каркать, блядь, что у меня лагает? Я вас прошу. Можете не каркать, что у меня лагает. Вы, сука, вороны ебучие, блядь. Я вас прошу. По русским языком. И что за лаги? Спасибо, Бави, за трек. Еще. Иди нахуй, еще надо делать, что ты доебался, блядь. Я все по пропорциям, иди нахуй. А че не готовишь шавуху? Спасибо, Вьетнам Вэрриор, спасибо большое. Спасибо, ворона. У меня, кстати, глаз заболел в линзе что-то очень сильно. Вот это моя, я запомнил, пацаны. Так, ладно. Мда уж. О, Вика Ред, по-моему, там была. Это мне! Ух ты, сучка! Ой, бля. Он имеет в виду, если не получится, то они, ну, откажутся от ребенка в детдоме. Ой, блядь, в роддоме. А так можно? Да, ты что, не знал? Муха летала. Это замечательно! В смысле, Вова умер? Да вы заебали! Хватит! Хватит мне руинить в игру! Стрим! Да не умер он! Сидит нормально, живой! Сидит, бля, пиздец, вы охуели. Вова ВКонтакте сидит, он не мертвый. Никто не умер. Чекай потато. Ой, блядь, обосралась. Ебаная, ебан ее нахуй! Впермать всю тварь, сука! Да я же это сел! Сука, опять. Мама! Да зачем Джесс сорвет? Ты что, Ваня, что ли? Это что сейчас было? А что это было реально? Че за хрень? Но в последние минут 15 меня просто соскребали с пола. А че он орёт-то? Каждый раз, когда смотрю на это, ты знаешь, мне так, знаешь, типа складывается такое впечатление, что это вот то самое ощущение, когда ты вот в лифте уже домой поднимаешься и срать дико охота. И оно как пульсацией тебе дает, что оно, типа, знаешь, накатывает и отпускает. Вот у меня такое же ощущение всё. У меня того нет, я тоже в лифте так ложусь. Думаю, сейчас подожди. Ребят, вы когда по лифту поднимаетесь, вот так вот, блядь, сорётся? Сергей, можешь красочное шоу? Какое? Выпрыгивай на ходу. Нет. Раз, два. Брат, потом можно, блядь, насчет сабок. Вопросы, пожалуйста, насчет сабок не задавайте. Я буду их игнорить. Спасибо большое за поддержку. Знаете, я буду просто благодарить. Я не буду на эти вопросы отвечать. Я уже 1000 раз ответила. 1000 раз. 1002 раза уже. Этот чел чем-то напоминает мне Манурина. Не пойму чем. В итоге будет такая цена за почту. Ой, хороший. Ой-ой-ой. Ха-ха-ха!
Мне нельзя много сладкого. Ну, сахар, чтобы попадал. Фух, я аж вспотел. Охуеть! Шо? Бля, этот чел вообще адекватен, вы мне объясните. Он нормальный? Шо? Шо? Пиздец. Шо? 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 Два билета на Куни. Та ну. Шо? Фигня якось. В смысле? Папа буде паритися чинить, щоб ти мені відлизав? Ти що, вообще больний? Ебать, чё? Ви чё-то поняли? Ти странный. Чё-то облизала, она сказала. Кица, блядь. Кица, кица. Ні, папа буде сидіти, воломать голову, як починать стабік, щоб ти мені полизав. Хрю-хрю-хрю. Ну да. Я как первый раз. Хорошо, спасибо большое. Так громко. Полные труселя. Короче, это у меня такая вот шкаф. Стрима. В шкафу да, у меня хуйня какая-то. Ой, бля, лифчик. Ой, извиняюсь. Они у меня тут просто лежали. Я уже прожила с этого просто. Это, блядь, что такое? Это как понимать? Пиздец! Я ху... А чё у меня зависло? У меня зависло! Сейчас посмотрю. Отвисло. Кстати, у меня такое было вне стрима. Я надеюсь, у меня такого никогда в жизни не будет. Это очень страшно, на самом деле. У меня, типа, такое было, но не на стриме, у меня в Эрл такое было, типа. Я волосы так поправила, и, короче, и наушники снимала. Типа, для меня это вообще, на самом деле, страх, это капец страх. Я с кем-то еще разговаривала, ну, по вебке, и в маске сидела, типа, и волосы правила, и у меня тоже снялась. Ой, господи, я обосралась. А, у него бесконечное хп, видел? Understood. Чё за... Ой, фига прыгает. Overwatch? Смешной чел, забавный. На работу пора, сука, Ержан. Ты спрашиваешь меня, подъехал новый нян. Как оторваться от моего стрима? На изи, блядь. Ебать, я там прижала мощно. Не, она красивая, красивая. Как новая жизнь зародилась под подбородком, блядь. Даже с подбородком не идет. О, Дженга. Мы уже 25 минут в один ход играем. Ну все разъебет с кулаком. Заебал, блядь, реально. Ну я не знаю уже, что здесь. Кстати, Джанго это прикольно, это интересно, когда в компании сидишь, типа вообще по фану. Ну, если ты задонишь, я это увижу после. Так, Наталью, не подходите сюда, Наталья Юрьевна, не подходите, не подходите, не подходите. Я прошу, пожалуйста, не подходите, Наталья, не подходите, пожалуйста. Я говорю, не подходите, я вот решаю тест, я вам потом все покажу и все. Да не подходите. А к Пете нет. Потому что он, типа, камера у него в руках, поэтому он так говорит. Ты с конца не вышел, да? Танкисты, профессиональные. А. А, типа ноги у него валяются.
я как бы, да, но как бы... Это типа лаги опять в этой штуке, в этой игре? Я не буду звонить Вове, я сказала вам. Лама, что, ты видишь, что у меня на экране? Я сказала, Вове звонить не буду, можете фулить сколько хотите. Если я живу в Киеве, а знакомый в России живет в Мурманске, я смогу получить морж? Мы можем отправить кому угодно по России, а потом уже... Тяжелое, наверное, это дерево. You died. Смотрите, ребят, так выглядит инфаркт. По первого лица водить нельзя? Можно? Плодили, блядь! Несчастный случай, нахуй! Просто неудобно. Хоть пу, блядь, тебе въебало, блядь! Да ну нахуй, бро, я сейчас, типа, чуть постримлю, я потом буду VR играть. Типа, если вы хотите, окей, VR. Заебашу VR, типа, классное, что-нибудь поделаем. Твою мать, сука! Да что ты, сраный маркер, почему ты до сих пор здесь не жишь, обоссышь ты? А, это перманентный, да? Он не смывается, да, ничем? Как такое могло произойти? Я же села со словами «Главное — взять нужные маркеры!» Красиво. Она. Прикольный чел. Хочу в Штаты. Классно, мне нравится. Мне нравится реакция. Красиво. Спасибо, ребят. Спасибо большое. У меня есть сайт tenderlyboyet.net. Блять! Алло! У меня есть сайт tenderlyboyet.net на английском. Можно купить там роспись, сигну и разбан. Ссылочка на мой сайт будет справа в чате, блять. И также она есть в описании. Блять, заебете реально. Так, Фейс хуево выступила, разблокировала плиз ВКонтакте, заблочила за звонок. Я не буду разбанивать, потому что я заблочила за звонки, которые мне поступали, блядь, каждый нахуй день. И флут. Я не хочу просыпаться от того, что мне звонит какой-то чел. Типа, я не хочу от этого просыпаться. А чё он до конца не... Ну да, трек говно, блять. Трек говно. Трек хуйца, пацан. Блять. Прыгай, блять, сука. Ща, брат, ща чекну. Ой, блядь, пизду, не спалить бы. Ну все, я домой, блядь, стул мешает, сейчас. Блядь, тут грязно. Ну похуй, ладно. Блядь, там видно, ну похуй. Ой, все, ребята, пора домой, блядь, на улицу. Ай, блядь.